Раз, два, три, четыре, пять. Мы возвращаемся. В общем-то, вы меня услышите только через 2 минуты, потому что на стриме появилась задержка, как я уже и говорил, потому что много вайна, люди, как обычно, не верят в честность друг друга, что меня немножко угнетает, но, как говорится, who cares, всем пофиг. Поэтому будем все делать по правилам, будем делать, как прописано в регламенте, да. Малейших, в общем-то, моментов. Вот такие вот расклады. Что еще умного хотел сказать? Сейчас мы ждем, когда No Name доиграет с Crazy Rabbit. Пока во втором туре у нас кто? Roxy Skrit против Plz Sapios. Trollhall против Лоурена. Верди ждет либо NCE, либо Двора. И тот, и тот. А, Двор, по-моему, Теран. NCE, по-моему, Зерк. РЗП со Славиком прямо сейчас начнут катать ЗВЗ, а мы ждем ТВЗ между Нонеймом и Минато. Вот такие вот у нас расклады. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, Нонейма с Crazy Rabbit там что-то очень-очень жесткое получается, судя по всему. Сейчас посмотрим, давайте, в какой лиге сейчас Нонейм находится. View Profile. Да, ГМЛ. Что касается Crazy Rabbit, то он, по-моему, просто мастер-лига. Да, так и есть. Ну, мониторю я нонейма, и, в общем-то, двигаемся дальше по той же самой методике, по которой мы двигались до стоп-старта.
This is so fun. This whole project is like fun. Ladies and gents, already keep y'all waiting. This goes out to everybody still hating. For those who fake, yeah, I can keep on faking. Cooking a plate for you to shake your whole face in. Tastes good, Tony, cousin, just so you know it's nothing. I get you bugging like some coding and some Robitussin. It's just the way that I approach each time. I slap the track, I turn around and choke each round. Broadcast to the nation like NBC. With pictures of 16s like an NPC. Delivering ass with via MP3. Giving your people more reality than MTV. Doing PPV, snap X with the pressure. Make a mess to carry you out on a stretcher. You can sue, but ooh, the law won't protect you. Even the courtroom sketcher could not sketch you. You're not following me. Got your number like cholera, D. Try, you can holler at me. I promise you pain, I will chop your body in threes. You'll be sitting there stuttering, probably. Follow me, I got styles, you can copy one. Back in mind, I know you wanna stop me, son. Here's news for you, fucker, that cannot be done. You can think that I am finished, I have not begun. I'm grinding, putting these kids to bed. You think you're hard, but fucker, you're an Easter egg. You got a pastel shell and a soft inside. Squash your pride, you think I'm fucking lost my mind. I'm not playing, I might as well be making a bomb. I lay you down the foundation when I'm taking you on. Bet the bomb on the rhyme for the sake of my mom. She's like, Mike, show these pigs what kind of bacon you're on. It's funny, but don't laugh. Money with no cash, the villain, a vocab, killing is no. Ладно, друзья, не дождались мы, когда Crazy Rabbit доиграет с нонеймом, там, видать, совсем-совсем макромонстры, пацаны, уже, в общем-то, минут, наверное, 30 они играют реального времени, причем не игрового, и поэтому нас приглашают на свое ПВЗ Верди. Играет он на карте Ахана против игрока с ником Press to Quit. И сейчас мы, собственно, эту игру посмотрим. Напоминаю, что стрим идет с задержкой в 2 минуты, поэтому на ваши комментарии я своевременно отвечать никак не смогу. А красный зерк, Press to Quit, начинает сверху на карте Ахана, светло-синий протос Верди, соответственно, снизу. Посмотрим, что из этого всего будет получаться. Напоминаю вам, кстати, я о чем? О том, что это... Второй тур, и под псевдонимом Press to Quit выступает никто иной, как NCE. В четвертьфинале пока прошел только один игрок, это Рокский Скрит. Так, я чувствую, что звуки из игры вообще не слышно нифига, и сейчас надо с этим как-то разобраться. Так... Ой, что-то я радикально как-то разобрался. Вот так будет нормально, я думаю. Так, ну смотрим. Что тут и как? Естественно, зерк добывает. Сейчас, скорее всего, пойдет какой-нибудь 14-й пул и 16-я хата за ней. Но это было бы вполне себе разумно. Да, действительно, пошел 14-й пул, а от Верди Forge Expand, причем с форжой до Нексуса. Не очень, если честно, мне нравится этот матчап ПВЗ, но... Ну, в силу того, что он свелся к максимальной стандартизации на данном этапе игры... Развитие, вернее, второго Старкрафта, да, и все идет очень-очень однообразно. Пошел пилончик, кстати, не доконтролил, Верди потерял пробочку. То есть минуты до где-то шестое, может быть, даже восьмой. Ну, каждое действие Протоса и Зерга можно предсказать с 90% уверенностью. Пошла, естественно, вторая хата на третьей локации, скоро пойдет третья на натурале, это все вполне себе очевидно. Заказаны стандартные пара лингов для контроля карты и чтобы отгонять возможных пробочек. Мува лингом, естественно, нет и не будет в ближайшее время, потому что газы по такому билду идут довольно поздно. И, в общем-то, фотоночка в застройке, все хорошо. Все более или менее хорошо у Верди.
Так, ну что, одна квина есть. Уже хорошо. Вторая пошла в продакшене. Первая пошла на натурал. Так, наверное, знаете, что надо сделать? Сейчас, секундочку. Так, тут оверы, естественно, все видят. Еще один овер прилетел на мейн. Но тут пока смотреть особо не на что. Линк гонится за пробкой и умирает от забора. Вполне логичное развитие событий в данной ситуации. Так, квина, кстати, да, с мейна пошла сразу на третью. Еще одна квина идет сейчас на натурал. Третья квина в продакшене. Газов все еще нету. Огромное количество рабов. Давайте посмотрим. 25 на 27. Естественно, в пользу ТОСа, бусты имба. Как иначе? Смотрим. Смотрим, как это все будет дальше развиваться. Пока оба игрока занимаются исключительно раскачиванием экономики. Очень интересная застройка. Зелота на халде тут не хватит. Линги по логике вещей должны его оббегать. Хотя, может быть, я что-то путаю. Даже мне кажется, что, скорее всего, я что-то путаю, потому что Верди... Ну, гораздо больше играет за тосов, чем я. Хотя бы потому, что я за тосов не играю вообще. Пошли, кстати, у НСЕ два газа сразу на мейне. Вот. Немножко, мне кажется, такие вещи. Ой, посмотрите, на 6.30 сразу два газа и уверли. Овер залетает, видит эти два газа. И сейчас надо ему принимать решение. То есть надо получить информацию о вот этом роботиксе. Естественно, НСЕ его видит с огромным запасом. Роботиксы, два винта, их сейчас тоже НСЕ видит. Все видит сейчас Зерк. И пока, если честно, непонятно. Ну, то есть у Верди три гида и роба. Что это может быть? Учитывая то, что в продакшене Сентри и Морталы, я думаю, понятно, что это может быть вполне себе. Пуш этот на Ахане работает очень хорошо. И посмотрим сейчас, получится ли у Верди его реализовать. Грейд на варп, 3 гейта. Мне кажется, гейтов немножко маловато. Гейтов немножко маловато. Да, посмотрите, масса морталов в продакшене. Что касается Зерга, то у него рабы. Пошел муфлингом. Рабов уже, на секундочку, 58, почти полностью раскачанные три локации. Еще, наверное, вот раунд один, да, и вообще больше рабов можно будет не строить. Пошла скорость роучем, немаловажный момент. Ну, а Верди продолжает массить имморталов. Добавляет он еще 4 гейта. Смотрите, не 4. Ох, какой сейчас жесткий пуш от Верди будет. Ой, жесточайший просто. Всего гейтов будет, на секундочку, 10. С двух локаций 10 гейтов. И уже, в принципе, пошел выход. Пошел выход. Вторая фотонка. И Верди пошел олынить своего оппонента. Естественно, пробка. А, нет, не взял с собой пробку. Обратите внимание, глухая застройка. Делает призму, чтобы подварпать сразу туда. И что очень интересно, имморталов всего 3. Мне кажется, это маловато. Маловато. Плюс один у них, конечно же, будет к тому моменту, как они придут. Ну, тут Линга, Роучи идут пощупать, собственно, Протоса. И на Зелнаге все видит НЦЕ. Вот силды так себе. Со скоростью уже. Ждет сейчас инфесторов, естественно, НСЕ, но до инфесторов еще довольно далеко. Подвар пошел. Подвар Зелота Сентри. И, естественно, тут Лунги с роучами пришли. Две фотонки, третья ставится. Ничего. НСЕ не добиться. И сражение лобовое принимает Сентри карты сейчас. Верди и разбирает, в общем-то, армию оппонента. Там до заказе, конечно же, 5 инфесторов и несколько лингов, но, вы знаете, очень грозно сейчас армия Протоса.
В центре хоть и не DPS юнит, да, но в таком количестве они лингов и все остальное могут разобрать вообще легко и нифига. Тут огромное количество сангенов, и они потихоньку теряются, потому что все-таки Immortal по ним раздают очень-очень здорово. Зелоты тупят сзади, это отвратительный момент. Вот, санки убили уже одного ума. Микос, отличный микос на всех зелотов сразу. Бадвар прямо на поле боя. Санки потихонечку теряются, и вы знаете, учитывая все нюансы, скорее всего, просто инсейн погибает. Форсфилд так, чтобы втекание с мейна не доходило. Мины пытаются отбиваться, тут зелоты уже в экономике, лимиты приблизительно равны. Скоро будет очередной подвар, вот он пошел подвар. Роучи пришли с третьим, и с рабами пошел отбиваться НЦЕ. Посмотрим, насколько у него это успешно получится. Зелотов много, и они нормально. Вину убили, пиратов нарезали прилично. Хаты сейчас однозначно будут потеряны, опять форсфилды. Натурал, в общем, теряется, это однозначно, окончательно и бесповоротно. Подвар встал, конечно. Луна. Пытается с Сентрей убить, ну можно же кинуть форсфилды. Кидает. Нет, эти самые форсфилды. Зелоты вырезали, хаты на натурале. Сталкеры вместе с зелотами сейчас еще убивают лингов и просто пройдут на мейн и могут вполне себе забрить все точные здания зерна. При этом, как бы у самого Верди дома-то все хорошо, его не пробьешь никак. Глухая застройка, три фотонки. Давай, до свидания. Ну надо наверх подниматься. Должен поднимать Верди. Ну, разница по рабам. 52-41 разница по инкаму. Естественно, пользу Протаса. И Протас занимается на хайграунд. Вместе с этим сейчас просто уничтожит Зерга. Да, GG. Это я. И Верди подходит в четвертьфинал. Сейчас посмотрю я, что у нас по сеточке. Вау! Нонейм проиграл в той длительной очень макроигре Мината. И сейчас играет... Вернее, Crazy Rabbit выиграл у Нонейма, да? Crazy Rabbit сейчас играет с Мината. Так, что у Славика? Сейчас я спрошу. Так, чат... Спрошу я, сыграл ли Славик с РЗП. IP Control, кстати, еще у нас в четвертьфиналах уже. Скорее всего, ему придется играть с Lightweight'ом. Ну, скорее всего. Ну и опять, ребят, я сейчас кое-что повыясняю, а пока оставлю вас наедине с музыкой. Of the deal. In the eye of storm, you see a lonely dove. The XP.
Ну и что, погнали, дорогие друзья. У нас четвертьфинал. Best of 3, первый четвертьфинал. Верди против FXO Славика. В общем, будет очень интересно. По-моему, Артем Авраменко, который Верди, против Святослава Власюка. Вот такие вот чумовые абсолютно расклады. Кто болеет за Славика, можете поставить смайлик Славика в чат на СКДТВ. Кто болеет за Верди, может поставить смайлик Архона. Вот, ну и давайте смотреть, что из этого всего получится. Мы только что видели ПДЗ Верди. Но мне кажется, FXO Славик немножко более серьезный соперник, чем тот же самый НЦЕ. Конечно, есть небольшие проблемы с тем, что стрим идет с задержкой в 2 минуты, но имеем то, что имеем. Каковы условия игры? Наверное, потише надо сделать немножко музыку. Вот как-то так. Обратите внимание, Славик не играет 14-16, он играет 15-й. Пул, он всегда так отыгрывает. Не знаю, с чем это связано. Та-та-та-та-та. Ну, конечно, Славику виднее. Потом можно будет у него как-нибудь узнать. Вот, пошла у него, кстати, 16-я хата. Сейчас пойдет. Вот, да, 16-я хата. 15 пул, 16 хата. Чуть более халявный билд, как мне кажется. Но Верди тоже, в принципе, халявит, как может. У него Nexus до фаржи. В общем-то, при этом, при всем он чувствует себя весьма уверенно. Ну, я думаю, Верди знает, что Славик это не тот игрок, который часто алынит или чизит на ранних этапах игры. Все еще масс рабы в продакшене, классический. Опять-таки, два линга, квина. Контроль Зелнаги ни за одним, ни за другим. Проверяет третью локацию сейчас Верди. И тут он готовится уже мешать Славику ставить, собственно, третью хату. Чудовищно долго идут эти самые 2 минуты, потому что в чате вообще никаких реакций ни на что нет. Ни в чате на virtus.pro.org, ни в чате на sk2tv.ru. Наш псевдокоречек с крутой статой слился контрол. Спасибо большое. Спасибо большое за пожелание удачного стрима. Та-ра-та, та-ра-та, та-та-ра-та-та-та-та. Простите, друзья, я не могу не ответить одному человечку в чате. Вот. Что умного хотел сказать? Естественно, вы об этом узнаете только через 2 минуты. Реакцию увидели прямо сейчас, а... Как это происходило через 2 минуты? Нюансы задержки. Я, если честно, вот уже больше года, наверное, стримлю второй StarCraft и до сих пор не очень отношусь к стримам с задержкой, но. Пум-пум-пум. Что? По-прежнему раунды дронов у нас со всех сторон. Ну, вернее, от Слайка, естественно, дроны, от Верди, естественно, пробки. Застройка довольно хорошая. Вторая фотонка. Интересно, чего боится Верди. Роботикс и пилончик. Вы знаете, мне кажется, на этом пилончике пойдут гейты. И очень... Ну, как бы я не думаю, что тот же самый Sentry Immortal Push будет Верди катать. Но, вы знаете, то, что я увидел в прошлом сете от него, это была довольно жесткая тема. Прям такая. Совсем жесткая. Два газа ставит Славик на натурале. Понятно, зачем. Он уже объяснял это, когда вот мы с ним комментировали Game Creds Invitational на позапрошлой неделе, если мне память не изменяет. Просто когда тут раскачаны на 16
не на 16, на 18 получилось у Слайка. Рабочих легче сразу ралли-поинты ставить с хаты. Ну, давайте посмотрим. Да, ралли-поинт, видите, был на натурал, сейчас уже вообще на третью локацию. Лсиорушка ворвался в сеть. Утоса. Да-да-да-да-да, вот они гиперы. Пока два. Пока два, и тайминг 7.30, овер полетел. Овер полетел. Что видит этот оверлорд? Он видит два гейта. А Роботикс и Слайк пока ничего не знает. У самого Слайка идет третий газ. Рачатня, мувлингом, лэйр. В общем-то, ну, неплохо так по технологиям. Один лишь момент. Так, Слайк увидел Роботикс? Увидел Слайк Роботикс и прекрасно понимает, наверное, что сейчас будет происходить. Но его, наверное, смущает количество гейтов. Он увидел только два гейта. Помним, что в застройке есть третий. С трех гейтов особо не запушишь. Но тут-то не три. Тут-то вот как бы семь. Из семи гейтов можно очень-очень жестко так поиздеваться над зергом. Но Слайк понимает, что, в общем-то, недостаточно у него информации о том, что делает оппонент. Он сейчас лингов отправляет, чтобы поконтролить постановку третьего Нексуса. Еще масс лингов заказывает, чтобы на выходе попытаться как-то разобраться с этой ситуацией. Спрашивают, почему так лагает, ребят. Я сейчас посмотрю, есть ли у меня дропы. Нет, нет, нету дропов ни одного. Поэтому все проблемы к Овниду. Все проблемы, друзья, к Овниду. Огромное количество лингов, вы посмотрите. Даже не так, вот так вот. 55 лингов у Славика. И тут выход пошел. Выход пошел. Линг этот выход увидел весь. И... Так. Нет, нет. Тут глухая опять застройка. И сейчас будет ловить. Будет ловить Славик Верди. Славика хорошо так больше по лимиту. Он дозаказывает сейчас масс-роучи и правильно делает. Готовится принимать оппонента в районе своей третьей. Верди занимает зелнагу. Это такая, знаете, выжидающая позиция. Тут призма летит. И Славик готовится на... ламываться, в общем-то, на оппонента. Ждет он мува роучем. И понеслась. Форсилды не успевает кинуть хорошие сейчас Верди. И сейчас линги просто могут все это сожрать. Огромное количество лингов, но посмотрите, умирают под сентрями и морталами. Жесть, жесть. Добегают еще какие-то роучи, роучи минусуют зелов, это, конечно же, приятно. Но по юнитам не так много остается сентрей. Не так много, хотя... Кого я, друзья, обманываю? Сентрей остается еще огромное количество. Еще. Роучи линги, санкены. На натурале. Санкены на третий. И Славик сейчас не дожидается саночек. Начинает сражение без них. В узком месте. Это для него, в принципе, выгодно. Он стоит широким фронтом. Его оппонент не очень. И армия Тоса разбита вот на такие запчасти. И можно эти запчасти по одному отжимать. Трансфьюжен в Квин. Нормально пока Славик отбивается. Но подварп, постоянный подварп с огромного количества гейтов. Призма минус. Отлично. Подварпа больше не будет. Сейчас главное отпинаться от вот этого всего. 30 лингов и 4 роучки в заказе. Линги. Линги, линги, линги. Форсфилд. Квина с хайграунда пытается нанести дэмэдж. Форсфилды. Макрохата еще очень неудачно стоит. Линги просто не могут никуда ворваться. И погибают они под имморталами. Три Мортала. Главная движущая сила Протоса в этом алыне. Минус макрохата. И сейчас натурал. Пойдет или не пойдет натурал? Санки продолжают перекапываться. Форсфилд постоянно обновляется. Но всего 5 сентрей остается. Всего 5 сентрей. Рабочие пытаются спастись. Товарка нет, понимаете, товарка нет, и это самая главная проблема сейчас Верди. Но у Славика не очень много лимита, и это самая главная проблема Славика. Ну, конечно, продолжает нормально работать вот эта локация, но натурал сейчас потерян, еще два иммортала осталось. Ну, тут армия-то такая смешная, господи, ты боже мой. Как же долго, наверное, для Славика тянется сейчас время, пока вылупятся эти линги. И Роучварин, если будет потерян...
С другой стороны, линги лучше воюют против морфов, чем роучи. Роучи рассыпаются, потому что являются бронированными юнитами, форсилд опять отправляется, и линги пытаются сожрать. Получается. Две сентри, два морфов остается, но минус на драу славик. И все. Вот теперь линги врываются, разбирают все, что остается от верди, но по рабочим ситуация какая. 48 на 31 в пользу Протоса. У Протоса нет третьей локации, он новую точно такую же машину уже подготовил. Что делать, непонятно. Огромное количество ресурсов у Протоса. Пока он, конечно, разобьет, но с таким ДПСом очень быстро разбиваются все эти камни. Славик пытается восстановить хату. Славик пытается восстановить хату. Посмотрим, получится или нет. Лингер Роуч, но боюсь, этого будет недостаточно. Там снова новая призма. Посмотрите, какая жесткая машина. Верди в два раза больше по лимиту. Просто в два раза больше. Боюсь, что Слайк уже тут не отобьется от второй волны этого пуша. Да, теперь налом на третью. Рабы все уведены на натурал. Слайк пытается терпеть. Смотрите, сколько балла. Просто жесточайший. Сколько тут гейтов? 11. А, нет, 10 гейтов плюс роботикс. В общем, тоже та же самая тема. Линги врываются под зелотами, да. Грац. Грац, пишет Слайк. Но сейчас будем ждать следующего сета. Я даже не буду менять захват и ставить музыку, потому что смысла в этом особо не вижу. Прямо сейчас начнется вторая игра. Как только Слайк под нее выберет карту. Так. Я, кстати, пока еще сеточку обновлю, посмотрю, что там и как. Вы, если следите сами, вы все знаете. Если нет, то... В общем, пары четвертьфиналистов. IP Control против Айвена. FRC против FXOMINATA. Verdi против Слайка. Траулхолл против Крида. То есть победитель этой встречи выходит на Крида. Будет интересно. Будет интересно. Cloud Kingdom. Интересно, почему Славик выбрал именно эту карту? Так. Ну что, поехали. FXO Slavic начинает оранжевым зергом снизу на Cloud Kingdom, светло-синий. Protoss Verdi начинает сверху. Вот. Посмотрим, что будет на этом, на этой карте. Ну, пока, как обычно, все, в общем-то, рабы с обеих сторон. Проверяет Верди, очень ранняя разведка, обратите внимание. Очень ранняя, проверяет, пул есть или нету. Ну, я думаю, Слайк будет отыгрывать то же самое, то есть 15-16. Почему бы и нет?
естественно, пробка на патруле. Форжа до Нексуса. Сейфовенько так Ферти отыгрывает. Надо, наверное, выключить эту ерунду, потому что она запарывает, если честно. Так. Ну, у Верди пока, естественно. Ни у того, ни у другого сейчас ничего ровным счетом такого экстраординарного не происходит. Абсолютный стандарт. Рабы. Рабы, рабы. Сейчас вот тут начнется микро. Пытается слайд-хату поставить. Но Верди отчаянно этому всему мешает. Получает плюшки. Пробка. И хата таки пошла. Nexus Gate. Застройки фотоночка одна. Сейчас пойдет кибернетка. Тут скоро должна по логике вещей, да, появляться третья хата. Мы видим дрона, который, собственно, отправляется эту третью хату ставить. Ну что, продолжаются у нас маздроны 21-24 по этому компоненту игры. По две пробки на газах. На натурале газы еще не идут, но еще рановато. Либо через полминуты, либо через минуту они начнут появляться. Пробка приехала, увидела, естественно, что есть тут хата. Все хорошо и замечательно. Еще один пилончик. Ну что, 6.00 нет, газов 6.30. 6.30 и что, пойдут? Пойдут они? Линк проверяет какие-то пилоны скрытые, но мы знаем. Да, вот на 6.30 приблизительно эти самые газы идут. На 6, там где-то 20 они пошли. А что касается того, что отыгрывает Верди, пока роботикса нет. Обратите внимание, то есть это не то, что было в прошлом сайте. Тут идут плюс 2 гейта в очень таком жестком месте, овер. Пока будет пролетать, ему через весь мейн пролететь надо, чтобы эти самые два гейта спалить. И вот пошел роботикс. Вот пошел роботикс. Тут мувлингом все еще дроны. 40, да, 50 на 44 уже. Овер. Что успеет он увидеть? Видит гейт. Видит второй гейт. Так, ну что? Та-та-та-та-та. Два гейта увидел тут. И пилончик вот тут. Роботикс, по-моему, он не успел заметить, если я не ошибаюсь. Да, роботикс и ничего Славик не знает. Но я думаю, он догадывается. В любом случае, из роботикса, конечно же, сразу пошли имморталы. Но это не алын. Не алын с двух локаций, это переход в третью. Я думаю, Славик по разведке все это прекрасно понял. Вот, опять макрохата. Ничему не учит Славик и жизнь. Такой позиции, мне кажется, на мейне она бы выглядела гораздо лучше. Потому что все-таки... Смотрите, как сузились пространство. Прям вообще жесть. И
вот они. Вот у нас орда собак, которая врывается и сейчас просто отменит ДОСу 3 с Nexus. Идут какие-то центры воевать вместе с зелотами, но Nexus не успевает отменить Верди Nexus. Вот это очень хорошая ситуация для Славика. Только что развел он оппонента не просто на каких-то 100 минералов, а на 400 сразу. Конечно, давайте посмотрим по потерям. Зерк вроде как больше натерял, но я, если честно, очень сильно в этом сомневаюсь. И дело в том, что там еще овер был отдан, в общем, все такое. Тут классный момент для Слайка. Слайк увидел, что третий Nexus все-таки будет ставиться, сам сразу же ставит четвертую. У него идет уже плюс один, у него на броню, кстати, что немаловажно. У него инфестейшн достраивается и разведка в исполнении Верди. Вот такой вот феникс. И еще 7. Обалдеть. Сколько же рабов у Славика будет? Ну, часть из них, естественно, трансформируется вот тут вот в саночке. Линги опять забегают. Опять забегают линги, и на этот раз форсфилды раскидывают. Чуть более умело, но можно отжать имморталов. Можно отжать имморталов сейчас! Отожмет или нет? Нет, слишком большой у них дэмэдж. И линги просто за форсфилдами вот так отдаются. Но все равно Слайка больше по лимиту. Он вот на этой линговой агрессии, по факту бесплатной, на таком этапе игры эти линги ничего для Слайка абсолютно не стоят. Вот, и на этих линках он дотягивает до высоких технологий. У него уже пошел шпиль, у него уже пошел хайв. Две саночки в районе четвертой локации. В общем-то, все хорошо. Еще гиты. И опять линги. Опять линги. Я думаю, Славик видел, да? Видел, конечно же, что тут глухая застройка. У него и сейчас овер все это, в общем-то, палит. Тут просто так терраморфингом занимается зерк команды FXO. Правильно, наверное, делает. Так. Нормальная такая армия уже у Верди. Его больше по лимиту, что, естественно, для Славика неприемлемо. Но Славик копит ресурсы и скоро выходит он в тир 3. У него идет уже Greater Spire. Так. Тур-ту-ту-туру. Крип, смотрите, как тянет Славик. Не то чтобы прям хорошо, но неплохо вижен дает. Посмотрите, выход очень жесткий с архонами, имморталами и маззелотами. До брудлордовый тайминг. Именно его сейчас Верди пытается поймать. И вы знаете, у него есть все шансы этот тайминг поймать. Тут есть, конечно, пухлики, и пухликов довольно приличное количество. Еще ставятся санки, но санки под тремя имморталами, под таким количеством архонов. Знаете, мне страшно. Мне реально страшно сейчас за Слайка. Очень жесткая армия Тоса выглядит. 200 лимита. По грейдам 0-3. Линги против зелотов. Не самый лучший момент, но Микос входит очень-очень удачный в зелотов. Санки начинают дамажить. Сразу же тут морфятся в брудлордов эти самые корапторы, потому что нет особо юнитов, которые дамажат по воздуху. Опять микозы. На микозах Славик просто пытается выиграть время сейчас для того, чтобы эти брудлорды появились. Но архоны. Архоны ужасные, жесткие очень юниты. Пытается на неврале одного из них переманить сейчас Славик. По лимитам все очень-очень плохо для зерга команды FXO. И вы знаете, очень-очень велика вот шансы того, что Славик прямо сейчас вылетит с этого турнира. Не очень хорошая ситуация. Да. Лол, а где? Грац.
Score Screen. Верди выходит в полуфинал, друзья, этого турнира. Сейчас я обновляю сеточку. Смотрю, что там, где там. Та-ра-та. Так, в общем, да, это первый и пока единственный полуфинал. Ой, четвертьфинал, прошу прощения, который завершился. Больше пока ничего не было. Та-ра-та-та-ра-та. Та. Та-та-та-ра. Та-ра-та-та-ра. Та-ра-ра-ра. Та-та. Так, ну что? Что мы сейчас сделаем, друзья? Мы сейчас еще раз обновим сеточку. Да, я, естественно, поставлю вот такую вот штучку. Да, в сеточке пока никаких изменений. Я сейчас, конечно, спрошу, кто там играет еще. Крид. Крид обыграл. Интересно. Бум-бум-бум-бум-бум. Тут у нас ТВЗ, скорее всего, ждет между контролом и Минато. Давайте посмотрю я. Минато, контрол. The Nation Control играет сейчас, наверное, против FXO Минато. Я бы посмотрел эту ТВЗ-шечку. Поэтому давайте я пока поставлю музычку. И под нее буду ждать, когда контрол с Минато доиграют, чтобы узнать, что там и как там. Ich komme! Auf!
play the fucking